В городском округе Люберцы при участии первого заместителя министра ЖКХ Московской области Сергея Черепанова стартовало строительство водовода между поселками Томилино, точка подключения микрорайон Птицефабрика, и водозаборным узлом номер один в поселке Октябрьский. Протяженность магистрали около 7 километров. На стройке побывала съемочная группа нашего телеканала. Окраина поселка Томилино. Строительство началось неделю назад. Работы осуществляются в рамках трехстороннего соглашения между Министерством ЖКХ Московской области, администрацией муниципалитета и Мосводоканалом. На объекте заняты бригады из 10 человек, 4 единицы техники, самосвал, экскаватор и кран. Подвезли первую партию труб. Прокопали траншею порядка 200 метров. Траншея вся в песке, более 3 метров глубина, поэтому все должно быть без крепления. Экскаватор идет впереди, рабочие тут дальше забуривают, раскрепляют, чтобы потом безопасно можно было варить трубопровод внутри уже траншеи. Протяженность первого участка водовода 800 метров от поселка Томилино до коттеджного поселка Прерий. Проведение земляных работ осложняет песчаный грунт. Чтобы не допустить обвалов, стены траншеи фиксируют, устанавливают распорки. Мы должны точно знать, когда будет вода в Октябрьском. Май месяц. Какого года? Следующего. Вода в Октябрьском – проблема давняя. В поселке всего один водозаборный узел. Качество воды оставляет желать лучшего. Долгие годы власти округа получали жалобы жителей. Вот эти горизонты, как говорят специалисты, они истощены. И суть в том, что здесь вода, здесь много железа, ну, очистка, скажем, крайне сложная и почти невозможна, примесей много, чуть ниже фтор, его, по сути, не очистишь. Водовод обеспечит московской водой поселки Октябрьский, Мирный и строящиеся микрорайоны в поселке Томилино. В траншею будут уложены две трубы диаметром 600 мм в стальном футляре. Доступ к качественной воде получит порядка 74 тысяч человек. Финансирование осуществляется сейчас из бюджета области целиком, плюс из источников застройщиков. То есть вот этот этап, который мы сейчас начинаем строить, это 300 миллионов рублей за счет девелопера. Проект будет реализован в два этапа – от Томилино до поселка Мирный и далее до Октябрьского. До поселка Октябрьский водовод дотянут в третьем квартале следующего года. Срок завершения всех работ – конец 2023 года. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.